Вот такой снег, снег. Прямо снег, снег. О, замело. У нас потепление. Где-то 5-4 градусов или 6. В общем, тепло. В общем, вот снег. Ага. Здесь густой. Россия. О. Очень скользко идти немножко. Я боюсь свалиться. Вот катушечка. Поэтому у меня маневры. Я маневрирую. Маневры. Ага. О, хорошо. Классно. Отлично. Даль вообще не видна из-за снега. Снег прямо летит, летит. Не знаю, видно ли вам снег. Но все замело. Работа написана. Крупно. Работа. Работа на тополях. Я медленная, ладно, в следующий раз. Прикольная погода. Мне нравится, когда снег густой. Ой, даль надо снять. Вдали ничего не видно. Потому что снег зеленый. Сейчас он включит, наверное. Что, нажмешь там кнопочку? Ну, кнопочка у нас. У нас монетка, ребенок. Ох, ну какая даль, ничего не видно из-за снега. Там снег видно, а в ту сторону покажу перспективу. Все, сегодня какой же снег? Сегодня 18-е, что ли? Точно не помню, какое сегодня число. О, 18 декабря. Скоро Новый год. О, снег такой нормальный. Кстати, снимать, то я народ раздражаю. Ребенок такой хороший пришел. А я вон сапоги купила себе. Это несет сапоги. Я купила себе в магазине уцененные обувь, сапоги по 3 300. У меня была скидка 200 рублей. Это купончик какой-то забыл. Новогодний подарок. Сделали себе подарочек. Магазин цветы. Цветы. Ладно. Ох, такой густой снег. Все, никакого 18-го. Стрижка шоп. Мне интересно, кто тут стригся вообще? Как они, качество стрижки? Ну, может быть. Да, рядом со стрижкой вот это название, мне тоже кажется, что да. У нас какой-то ассортимент магазинов прикольный. Так, ладно. В общем, все замело. Даль не видно. Очень густой снег. Хорошо. Красиво. Вот сейчас покажу народу. Тут мои сапоги, а внутри они. Пакетики. Пакетики. Сегодня что-то полицейских машин нормально так. Я туда ехала. И обратно тоже. Какая-то активность спецслужб. Я думала, это скорая. А это не скорая. Ну, сегодня воскресенье. Вообще снег идет такой густой, пригустый. Какой густой снег. Красиво. У нас тут поставили современный киосочек. Такой стильный, в стиле Екатеринбурга. Ой, прямо модный. Каждый раз радуюсь. Модненький, распечатать. Остановку так и не сделали. Тоже месяца 3 у нас нет остановки. Просто ничего нет. Просто пусто. В общем, ладно, идем.